Планируется, что в 2015 году число пенсионеров в России увеличится более чем на 600 тысяч человек. Людей на заслуженном отдыхе в нашей стране на начало года насчитывалось больше 41 миллиона. Россия стремительно стареет, и это отражает общемировые тенденции. Уже сейчас в Европе, например, соотношение между числом пенсионеров и числом работающих 1:4. То есть один работающий, можно сказать, кормит одного пенсионера, потому что именно от количества работающих зависит количество налогов. И понятно, что пенсионеры – это не та категория, которая платит налоги. Между тем, только для индексации пенсии в будущем году, по разным оценкам, из федерального бюджета пенсионному фонду может потребоваться дополнительно до 800 миллиардов рублей. Дополнительные средства понадобятся на компенсацию средств накопительной части пенсии и на индексацию обязательств фонда на уровень инфляции. Должны ли пенсионные накопления россиян создавать общее благо, и кто будет работать в Перми спустя всего несколько лет? Смотрите сегодня в «Вечернем вестнике» в 19 часов и в 21:00. Наведьте.